ты прям сюда хочешь? Сюда? Что, поймало у тебя? Ну ладно, палочка, я что-то опять поймал еще что-то. Ну, у меня, кстати, вот как-то я пару раз ловил, а потом уже не смог. Да, тут в прошлый раз. Ну, такой очень гуляющийся. Не прозванивается. Не прозванивается, да. Причем ты сигнал поймал, но не прозванивается. О, вот здесь, да? Две палки. Все. Привет. Привет. Че? А, нет, есть еще связь. Алло? Сыпки какой-то. Лембо посыпки. Может отковырять ее? Отковырять? Зачем? Может сварить яйца? Яйца у нас, кстати, блин, там еще три десятка. На самом деле это десятка не так уж и много. Откровенно говоря, вот кидаешь что яичницу, например, ты же меньше трех туда не кинешь точно. Ну да, это. И не так 10 раз. Не, ну я обычно 2 ем. Я тоже. 2? Ну 2 мало, 3 вот. Могу вам рассказать божественный рецепт яичницы утренней. Берешь небольшую картошечку, ее чистишь, режешь тоненькими пластинками. Сладенький перчик, кусочек, и немножко лучка. Все это быстро обжаривается на масле, вбивается яичница, и получается такая яичница-пицца картофана. Шук-шука. Прикольно. А помидоры ты, еще, помидоры. Ты руками прям нарезаешь этими, ну, я имею в виду. Нет, я заказываю на eBay, мне приходит нарезка. Блин, уже. Ну вот это даешь, конечно. Не, ну блин, реально, может там вообще резко какая-нибудь или что-то такое. Не, ну ножницами, Сань. Ну, ножницами, еще и ножницами, подожди. Я расскажи, как ты ножницами режешь картошку. Сколько варю? Ну, не одно. Я так. Сань, тебе 3? Да нет, я пошутил, ладно. Я в принципе, вашими нормами обойдусь тоже. Ну, 2. Ну, говори количество. Ну, 3, хорошо, давай 3.
борьба за чистоту идет. Ага. Отлично. Фух. Как вы? Доброе утро. Привет. Да. Функционер. А у вас как этот? Нормально? Стоит? Да, стоит. Сейчас пойдем достраивать. А, ну. Печку делать. Баню затопили. А-а-а. Приходи в баню. Придут. Да. Во сколько? Часов в 11? Да не, пораньше. Часиков. Ну, там видно будет. 6-7. Подсунули бумажку специально, бюрократическую, без приказа не гори. Это все загорелось вроде. Сейчас углей много будет. Да не спеши, мы же не торопимся. Да, я не хочу, чтобы равномерно просто варилось. Чуть-чуть. Так, подожди, пока, ну, сейчас принесем. Пока перестань. Перес... Кашевар. Такой главный кашевар. Вы же знаете, я что-то... Племени. Люблю готовить. Не, ну перчик можно сварить. Он такой, ну, зеленый надо было кинуть сюда, было бы классно. Да, зеленый. Метров 7-8 поднимается вода. Ого, это много воды. Почему солодка сюда переселилась? Потому что там вот заливало. Затопотапливало. Ну, да, на холм забрались. Или дорогу подтапливают, получается. Ну да. Бывает, что не проберешься там. Да.
под лед, так тихо. Пропавший с радара пилот. Ведро помоев. Компрессор, лопата, вдруг застрянем. Не, ну можно. Ну, лопату оставь. Лопату оставь. Лопату и компрессор нужно оставить. Да, лопату, компрессор. Что еще нам пригодится? Перчатки. Топорик там вдруг. Топорик я не брал. Бумеранг. Бумеранг самое важное. На руднике. Вдруг кенгуру попадется. Что ты так это баклажаны свои курсы? Я ходил их искал. Баклажаны это ж синяя, которая, да, фиолетовая. О. Да баклажан это баклажка пива. Я писал тебе, возьми пиво. Я написал, возьми пиво, 4 баклажана. Я подумал, и 4 баклажана по торговому каждому. Здесь им нельзя эфемизм использовать вообще. Ты сам такой же, блин. Я хотя бы не такая святая просто так. Ну это факт. Бу! Значит, тут Оля купалась, да? Вот такое себе. Не, не здесь. Ванна не здесь. Ванна не здесь. Теперь. Самая православная. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Что-то Меркашин.